Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня у нас пойдет речь о самодельном трицикле. Для начала рассмотрим фотографии этапы его постройки. А далее будут видео с ходовыми испытаниями. Изначально была изготовлена ось из 30-го калиброванного прутка под 206-й подшипник. Задняя звездочка из мотоцикла ИШ. Колеса атаки. Далее была изготовлена нижняя часть рамы и крепления двигателя. Вместо колеса на двигателе изготовлено крепление звездочки от ИЖа. Передняя вилка полностью самодельная. Диск переднего колеса сделан из диска атаки и ступицы скутера. Далее было изготовлено крепление под бензобак от Риги, сиденья и фары, а также дуги. Переднее крыло доработанное от ИЖа. Задние крылья из листовой стали 2 мм. Вот законченный вариант после покраски. Идет изготовление проводки, а вот ходовые испытания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.